Всем привет! Вы на канале Шоу Динара. Всем привет! И сегодня я купила такие наборчики, делать браслеты, эмоджи, клик-браслет. Да, здесь браслетик. Клик. Там что-то клеить, видимо, еще надо. Клик. Клик-браслет. Прикольное название. Тут эмоджи нарисованы. Да, есть такой мультик эмоджи. Да. Тут даже YouTube нарисован. Да. И шарм-браслет. Это браслет с шармиками. Угу. Можно шармик отцепить и вставить. Тоже эмоджи, да? Да, да, эмоджи тоже. Тут, смотрите, разные возрасты. Здесь с 4, а здесь с 5. Угу. Это надо... ты к какому возрасту относишься? Ну, к 8. Ну, а скоро будет 8.5. Перед началом видео подпишитесь на канал, поставьте лайк и на колокольчик. Да, и не забывайте также, что у нас проводится конкурс на 2000 подписчиков. Мягкий. Там будут кошечка Мари, Олаф и брелки. Да. Не забывайте подписываться и участвовать. А начну я с клик-браслета. Так. Вот инструкция. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ой. О, вот сам вот этот браслет. Вот. Сам вот этот, он синий такой, как на картинке. Он с такими кнопочками, да? И застегивается. Ух ты, я что-то нашла. Наклеечки нашла. Там еще чуть-чуть много, но всего есть. Ну, немного. Наклейки, ну, что я выбираю там, например. Нет. Тут разные эмоджи, да, нарисованы? Мороженка из губки. Ух ты, тут тюбик клея. Прозрачного. Угу. А я подумала, что... И тут какие-то стеклышки, наверное, чтобы... Это вот, наверное, сюда приклеивать. Да. Как раз тут для 3 есть место. Так, давай посмотрим инструкцию. Да. А я пока открываю все, что подряд. И буду ложить на коробочку шар. Так. И для начала нужно наклеить наклеечку. Приклеиваем вот мы сюда, вот на эту железную штучку. Вот сюда вовнутрь мы приклеиваем. Выбирай какие, приклеивай наклейки. Первое это вот это. Какая? Вот это вот такая прикольная. Какашечка, да? Да. Держи. У меня будет 2 смешных здесь. Вот этих, как пуговки, персонажи 2 смешные. Угу. И вторая, как кашечка. Там, а там просто улыбающийся. Да. Но будет у нас, не знаю кто, собачечка. Ну ладно, придумал. Это как пуговки на платьишко. Или кнопочки. Да, кнопки. Вторая готова. А третья какая у тебя будет? А третья? Третья у меня будет вот такая. Чертик? Да, чертик. Давай. Я сегодня такие хочу. Покажу, мне сегодня исполнилось 6 месяцев, но его тут нет нигде. Чертик? Да, чертик. Или его еще вставить? Чертик. Дальше нужно... Вот эти стекляшки, вот, да? Надо вот на стеклышко. Вот на это... которая гладкая сторона, на нее нанести вот этот клей. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть, да. Не переборщить, главное. Да. Приклеить и положить на солнышко на целый час. Можно сразу все, а потом уже все на солнышко. Да. То есть сейчас понемножку наносишь клея. Капельку и размазываю. Да. Давно не работала с клеем. Потому что у меня каникулы. Ты на ручке, главное, не на массу. И на столик. Сначала вот это. Получается? Как давай. Пуговка можно на платьишко потом прицепить. Все, сейчас мы их вынесем. Чертик. Да, вынесем их сейчас на солнышко. Положим. А пока мои смайлики сохнут, я буду делать шар-браслет. Давай открывай, посмотрим. Может, здесь тоже нужно сохнуть на солнышке? Ну, тут наклейки и шарики такие. Ну, может, и надо будет. Мы не знаем, что набор.
еще в пакетик, а тут клея нету. Клея нет? Нет. Значит, сохнуть ничего не надо. Ой, тут такой большой пакетик по сравнению с... Здесь какие-то блестящие. Я опять могу наклеить все, что мне нравится. Здесь, мне кажется, наклеечки такие же или поменьше? Поменьше, потому что их тут больше. Инструкция. Достаю. Ой, привет. Ух ты, ой. Тут есть шармик смайлик. Шарм. Они такие железные, да? Ой, да, железные. Тут есть просто, видимо, которые наклеечки, а есть железные. И какашечка. И сам браслет намотан. Я думала, ну, просто цепочка такая. А я думаю, что это такое тут железненькое? Я освобождаю этот браслетик от этой штуковины. А здесь вот такие уже как стеклышки, но они уже, видимо, на липкой основе идут. Чтобы не мучиться с клеем. Угу. Ой, прилипло. О, два целых? Смотрите, целых два. Это значит, можно мне и Наре. Угу. Прикольно. А здесь, да, здесь вот даже показано в инструкции, что один браслетик с какашечкой, а один браслетик со смайликом. Мне вот с этим. Какашечкой. Вот. Ух ты. И на каждом, получается, браслетике по два вот таких вот, как медальончика, что ли. Да. Таких вот. Ладно, шармики я потом прицеплю и сначала... А где сами вот за что цепляются они? Сами? А вот они. Они вот такие зацепочки. Уже мне опять повезло. Так, сейчас нам надо с тобой... Ой, одна лишняя. Угу, ну запасная, наверное. Сейчас вот на эти железные медальончики надо наклеить... Наклейки. Тебе и Ильнаре какие будут? У Ильнары будут смайлики, а у меня что-то другое. И теперь давай сверху на свои на Ильнаре наклей вот эти вот сначала прозрачные. С моими поработаем. Ой, они такие прикольные. Они одинаковые, можно. Типа, ну, этот с цепочкой, там без цепочки. Если бы я себе наклеила три бы, у Нары вот такой бы была одна. Угу. Две. Ой. Приклеиваются эти стеклышки? Да, конечно. Такие прикольные. Они такие интересные становятся. Так. Блестят. Так. У Нары все. Угу. А сейчас надо вот эти блестяшечки открыть. Что? Посмотреть, сколько их там. Их должно быть. Должно. Сколько же там их? Четыре? Один. Нет, не четыре, восемь должно быть. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Это вот... Каждому по четыре цвета, да? Да, здесь надо будет... Наклеить наклейки, да? На две надо будет наклеить наклейки. А две штучки, да, вот какой-нибудь медальончик. Вот. Вот они вот так вот с медальончиком вместе еще. Там блестящая такая штучка и медальончик сверху. А как их приклеить? Нет, их приклеивать сейчас не надо. Тебе сейчас надо выбрать, на которых будут еще наклейки. Вот у меня наклейка, вот у Нары наклейка. Вот здесь у нас будет висеть вот одна такая штучка. И у Нары вот на такой нет. Вот на таком. Вот так вот. Мы прицепили. Да. Каждому колечки вот такие железные, чтобы прицеплять уже потом. Медальончики вот с такой штучкой. Нет, здесь. Медальончик. И с вот наклеечками. И обязательно шармик. Да. И шармик просто железный. И сейчас мы будем все прицеплять браслетом. Вот такие браслеты шарм у нас получились. Вот мой. Тут чуть-чуть перекрутилось. А тут Ильнарина. Вот.
Давай оденем на ручку твой браслет. Вот мой браслет. Да. Интересно, там вот эти, наверное, еще чуть-чуть и высохнут. Сейчас посмотрим, оденем. А пусть будет идеальный ошейник. Давай ручку. Большеват, по-моему, немножко нет. Ну и что? У меня тоже браслет с именем моим. Тоже большеват. Вот так болтается. А вот это будет пусть идеальный ошейник. Сейчас посмотрим, высохли они или нет. Прошел час, наши кнопки высохли, они нагрелись очень сильно. И сейчас мы будем вставлять вот сюда. Так, вот вы, кавалер, вы сюда. Сильнее. О, вон, как они крепко. Надо держать их. Последний, два, три. О, а вообще был прикольный ошейник. И вот такой вот. Такой пошел с колбасенькой, с колбасенькой. Давай его на ручку, на вторую. И на кнопочки он. Да. Вот так. И вот такая Динара вся в браслетах эмоджи. Вот этот тоже большеват, и вот этот вообще болтается. Как ожерелье. Ну, этот, я думаю, давай попробуем. Зацепить, может, потуже можно. Да, потому что как-то так вот. Только он единственное, вот эти вот длинненькие сами по себе и очень сильно они болтаются. Надо перецепить тогда эти сами эмоджи куда-то. Это как будто, о, вот так вот будет. Ну, вот так вот. Ну, покажи, как они. Вот так вот. Тут несколько эмоджиков висит. Угу. Просто их потом можно браслетик укоротить, эмоджи перецепить на другие. И будет хорошо. Угу. Как будто для взрослых сделали тут. Угу. Дети сами клеят, а взрослые такие. Носят. Да. Вот такие браслетики я сегодня сделала. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я очень буду рада новым подписчикам. И жмите на колокольчик. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. И не забывайте о розыгрыше на моем канале. Да, и не забывайте подписываться и ставить лайк. И на колокольчик, чтобы узнать первые, когда у меня выйдет видео. Да.